Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале Seybeek Pro. Сегодня я познакомлю тебя с игрой под названием Fortnite – Королевская битва. В общем, если коротко сказать об этой игре, то это подобие PUBG. Battlegrounds или как он там называется. Игра, значит, абсолютно бесплатная. Ссылочку на скачивание этой игры ты увидишь в описании. В общем, игра, кстати, не стимовская игра. У игры есть свой сайт, откуда скачиваешь сетап, устанавливаешь и играешь. В общем, как-то так. Ладно, жму «Королевская битва». Персонаж у меня уже готов. Здесь, в общем, можно играть в одиночку, в паре, то есть с другом, либо отрядом. Отряд состоит из 4 человек. А на данный момент, значит, я играю один. И жму «Играть». Вот и, собственно, все. Подбор игроков происходит на данный момент. Игра на данный момент находится в раннем доступе, но это не мешает ей завлечь сюда большое количество игроков. Ну, в общем, я на данный момент нахожусь в лобби, дожидаюсь начала боя. Начало боя указано справа, под мини-карта, еще 38 секунд до начала боя. Готовы 92 игрока, а видимо уже 8 человек отсеялось, что должно привести меня к победе, то есть к топу 1. А в общем, что можно сказать в сравнении с папком? Графика здесь мультяшная, игра еще в раннем доступе, по этой причине здесь нельзя ездить на машинах и поменьше количество здесь предметов. Но играть в нее интересно. В сравнении с папком, эта игра мне нравится намного больше. В папке мне не нравится графика, не нравится вообще динамика, и вообще мне в ней ничего не нравится. Кстати, здесь тоже заменили самолет на автобус. И в автобусе сейчас туса. Слышишь? Бум-бум-бум-бум. Ну, в общем, как обычно, определенное время отведено для того, чтобы спрыгнуть на карту. Самолет всегда пролетает в разных позициях. Может так полететь, может так, а может полететь он вот так. Значит, еще 2 человека отсеялось. В сумме сейчас 90 человек играющих. Ну, по идее, должна быть сотка. Ну, кто-то, видимо, вышел, у кого-то залагал интернет, у кого-то мама наругала и отправила уже спать. Ну, в общем, как-то так. В самом начале, как обычно, выпрыгивает половина игроков. Не знаю, я пока в мясо не хочу. Я хочу показать супер-класс, хочу пробиться хотя бы в топ-1, хотя бы, это будет моим минимумом. В общем, ладно, прыгаю. В большой город я не полечу, пожалуй, ибо там будет конкуренция. Ой, не туда что-то я лечу вместе с чуваком. Ну ладно, допустим, как-нибудь вот в тот домик попробую куда-нибудь туда. Ой, да я вообще в деревню лечу. Зачем я так делаю? Тут сейчас игроков будет. Ну, ладно. Придется всех резать. В общем, что еще можно сказать про эту игру в сравнении с папком? Самое главное то, что она стоит не 2000 рублей. Она бесплатная. Она абсолютно бесплатная. Здесь есть система доната, естественно. Ты можешь приобрести различную там всякую всячину, за которой я еще не особо наблюдал. Какая именно, я еще толком не знаю, но, в общем, быстро надо взять ствол. Да, здесь я его вряд ли возьму. Есть, что-то есть. Хорошо, тот чувак должен, наверное, подойти уже на меня. Нет, он на меня не подходит. Хорошо. Так, пока никого нету. Мне нравится здесь то, что игра мультяшная. Игра мультяшная, и это мне нравится. Ладно, я уйду отсюда, пожалуй. Нет, не то чтобы я испугался этого чувака, просто хочу тебе показать именно вот этот домик. Знаешь, чем выделяется этот домик? Тем, что он деревянный, и это круто. Кстати, здесь можно, здесь есть кирка. Киркой можно долбить предметы и выбивать из них дерево, камень, либо еще что-то там, по-моему, есть. Я тебе быстро покажу, как это делается. Так, игроков нету. Вроде не видно. Смотри. Вот так вот выбивается всякая всячина. Все, я тебе быстро показал, и быстро я... Там, по-моему, кто-то был. Ладно, надо сваливать. Ага, круг-то справа, надо бежать туда. Хорошо. В общем, на клавишу Q можно строить различные предметы. Можно даже создать себе дом. Здесь есть пол, стены, лестница, крыша.
И у меня еще есть ловушка, которую я надеюсь успею использовать. Хвоста вроде на данный момент нету. Стоит какой-то УАЗик, какой-то КамАЗ. Возможно, там есть что-то интересное. Нет, в нем ничего нету. Ладно, побегу дальше. В общем, игра бесплатная, именно поэтому в нее может играть абсолютно любой игрок. Я думаю, с более-менее средним компьютером, потому что игра даже с фрапсом у меня хорошо тянет. 30 FPS у меня фрапс показывает, а это очень хорошо. Не со всеми играми идет фрапс. Фрапс — это записывающее устройство. Есть аптека. Хорошо. Блин, там внизу, там что-то внизу. Надо было спуститься, наверное. А есть еще оружие. Хорошо, синенькое. Здесь пока вроде больше никого не вижу. Блин, стоит спускаться вниз? Нет? Сейчас быстренько попробую это сделать. На горе нету никого. На дороге внизу вроде тоже никого нету. Ну, мне сейчас вряд ли что-то позволит построить. Нет, смогу. Хорошо. Вот таким образом строятся предметы. Вот эту штуку нужно расколотить для того, чтобы пролезть через нее. Об этом тоже показывается, но ты на данный момент это все дело не увидел. Я сюда за металлом шел. Ну, просто отлично. Так, давай на Z, хорошо. Все, здесь пока вроде никак никого нету. Где забраться обратно? Где забраться обратно? Так, ну давай быстренько здесь заберемся и побежим. Беги, 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 Форест, беги. Так, что-то маленько игра все же у меня маленечко тормозит с 2 гигами видеокарты. Но я напоминаю, у меня запущен фрапс. И мне это дело простительно. Здесь точно так же есть круг, в который нужно всем забегать. Есть буря, да, в центре которой нужно, хотя бы не в центре, хотя бы в ее границах нужно находиться, для того, чтобы не погибнуть. А, вот уже 42 человека осталось. Эта игра, кстати, достаточно быстрая, быстрее, чем в папке. Быстрее намного. Оп, мимо. Дом кончился. Кто-то заколотился. Это кто-то заколотился. Ладно, фиг с ним. А там реально что-то блестит, погоди. Так, у меня вот вроде шаги слышал, я не понял чьи. Так, ну здесь дробаш, меня он не особо интересует. Там что, пистолет вроде лежит? Ну ладно, зря я реально сюда зашел. Вроде как я еще никого не вижу. Ну, дом пролутанный, сюда забегать не нужно. Здесь, в принципе, все подлутано. Бежим потихонечку, продвигаемся в центр. Осталось 40 человек. Слышу стрельбу где-то. Вроде как в той стороне, но, пожалуй, я сделаю так, как делал однажды когда-то. А я просто забегу в помещение, но, блин, я ничего сделать не могу. Вот это плохо. Я малень... А мы, кстати, с братом пока играли, мы делали одну интересную штуку. Ладно, сейчас договорю, потом выйду. А мы, в общем, забегали в круг, залазили на дом, на чердак, все полностью его застраивали. И, в общем, сидели там до того момента, когда не упадет круг. Более-менее у нас игра получалась, потому что, ну, мне приходилось, знаешь, тащить брата. Ну, это ж брат, его не кинешь, ведь правильно. Я-то как бы круто играю, профессионально, а брата приходилось тащить. По этой причине приходилось и отсиживаться в различных домиках, закуточках, которые мы только
могли найти. Так, впереди лес. Я хочу... Блин, у меня нет... Мне удастся нет дерева посшибать. Быстренько для построек. Вроде как я по-прежнему никого не вижу. Это даже очень хорошо. Есть немного дерева еще, я думаю... Одно дерево... А, все, понятно. Мне нужно бежать дальше. У меня до сих пор нет... Так, что-то там... Опять кошка, что ли, бесится? У меня нет никакой винтовки. И нет даже никакой снайперки. А это очень досадно. Ибо у меня есть только дробовик. А дробовик у нас, мы все прекрасно знаем, предназначен для ближних дистанций. У меня еще 2 минуты, чтобы добежать до круга. Я по-прежнему не вижу игроков. Вот она, кстати, карта. Надо было тебе ее показать в самом начале, для того, чтобы ты более-менее ориентировался, наверное, по ней. Если ты желаешь по ней ориентироваться. Если не желаешь, то и не надо. Тогда закрой на все это свои глаза. Хорошо. Мне уже чуть-чуть осталось до того, чтобы зайти в зону. Но я по-прежнему никого не встретил. Да, я пытаюсь избегать людей для того, чтобы показать тебе эту игру побольше и подольше. Так, я, получается, в круге. Я в круге. Ага, сюда нельзя сделать, да? Так, зря я сейчас вот это все дело сделал. Ну давай тогда. Давай тогда так сделаю. Как-нибудь так. Вот ты увидел, да, как все строится. Все замечательно. И можно даже крышу сюда зафигачить. Так, из оружия. Так, кстати, нажимая клавишу Alt, я попадаю в свой инвентарь. Пистолет мне не нужен, пусть будет 2 дробаша. А, как называется-то? Полуавтоматический дробовик и помповый дробовик. Все понятно, все хорошо. Так, оружие у меня выбрано. Я еще в круге посижу секундочек, наверное, 11. Да, судя по всему, ровно через несколько секунд зона начнет приближаться к этому кругу, в котором я уже и нахожусь. Я, пожалуй, подожду здесь, для того, чтобы собрать свои мысли в кулак и дополнить тот обзор, который я тебе стараюсь изложить. В общем, игра несложная, игра интересная, графика мультяшная, мне это нравится. Кстати, ну реально, по сравнению с папком, эта графа мне намного больше симпатизирует. А вещей здесь не особо много, из вещей здесь только самые нужные, но я напоминаю, что это ранний доступ. И я тебя просто уверяю, что вещей здесь станет намного-намного больше. Потому что, видно, разработчики даже в раннем доступе очень сильно постарались над игрой и сделали ее достаточно оптимизированной и достаточно симпатичной. Так, круг потихонечку сужается, мне, значит, в обратную сторону нужно будет идти. Давай, наверное, этим и займусь. Все, по мне пальба. А, сюда не ставится, вот это плохо. Ну, сейчас я встречу неприятеля. Только я пока не особо научился ориентироваться со звуком. А, все, увидел поздно чувака. И игра залагала. Ну,
Вот это плохо на самом деле. Я 14-й, но хочу напомнить, как быстро здесь рушатся судьбы игроков. Не так, как в папке, намного быстрее. Ну вот почему-то у меня все залагало. Возможно, это будет... Нет, невозможно, это скорее всего связано с фрапсом. Ну давай еще раз попробую. Посмотрю, как опять в этой ситуации у меня все это дело произойдет. Я заметил чувака, я начал направлять на него оружие, но... К сожалению, у меня залагал экран. Это на самом деле печально. Что я хочу тебе сказать по поводу предыдущего боя? Я не являюсь профессионалом, меня реально в этой игре быстро выстегивают. А, то есть, если ты хочешь увеличить свой скилл, я советую тебе поиграть в эту игру. Не обращай внимания на меня, не обращай внимания на то, что у меня немножечко все это дело лагануло. Но действительно, мне нужно сменить просто этот дурацкий фрапс на какое-нибудь другое приложение, чтобы избежать всех этих лагов. Потому что подобное происходит у меня не только в этой игре. Ну так вот, можно выпрыгивать уже где-нибудь можно в лес, почему бы и нет, просто вот взять вот так вот и выпрыгнуть. А лечу я вместе с пареньком, есть еще один паренек, давай куда-нибудь сюда. Так, ребята прыгают туда, значит я прыгну туда, почему бы и нет. Ты уже понял, почему я... Ты уже понял, почему я в тот раз не сталкивался с игроками. Потому что я не умею играть, вот и все. Вот и весь ответ. Давай я залечу, наверное, туда. По крайней мере, попытаюсь это сделать. Нет, вот это я зря сделал. Давай тогда вот так. Ой, откуда-то пальба уже идет. Здесь чувак. Нет, что-то я не понял, откуда кто стрелял. Ну ладно. Ну да, здесь все заюзано. Можно было мне и так догадаться. Так, здесь я игроков не вижу, можно пойти вниз. А можно еще быстренько зайти в настроечки. Кстати, что-то у меня изменился. Изменился язык почему-то. А, разрешение 3D 720-1080, среднее расстояние прорисовки, качество теней, все среднее. Ну да, это однозначно фрапс. У меня не может игра тормозить, ибо ПК справляется практически со всеми играми. Блин, ну реально, как меня так выстегнули-то? Вон там в грузовике кое-что вкусненькое лежит. Опять какая-то ловушка, которую я не могу использовать. Так, собственно, я уже нахожусь в кругу. В кругу ада, либо в каком-то другом, я, конечно же, не могу пока сказать. Я не знаю, как эта катка себя поведет. Снова дробовик. Дробовиков здесь... Что-то как-то уж слишком много. А мне бы эмочку, и я бы уже смог выстегивать большое количество здесь людей. Так, значит, мне в ту сторону. Я правильно прыгал. Ну, давай, к примеру, пойду вот таким путем. Дальность дробовика я здесь не знаю. Или как полуавтоматический дробовик, как-то так же он правильно назывался. Ну, давай, пойду попробую. А, ну здесь это уже кончается. Еще минута 50, но мало ли что там меня поджидает. Может, перестрелка на полчаса. Кто знает, я не знаю. Вот почему-то вот в такие моменты не лагает. Вот посмотри сам. Вот все как бы классно, все хорошо, все отлично. Так, здесь я бывал, здесь мне делать нечего. А в тот момент залагало, да? Я что-то даже не могу никак успокоиться до конца, потому что, ну, блин, какой я там 14-й, 16-й оказался, 7-й, 2-й. Я ж топ-1 хотел, ну и как-то так у меня все это дело. Ой-ой-ой, я не думал так скатываться. С
Смотри, все хп забрал. Ну так только я могу, по-любому. Я думал, он как бы это прыгнет на зеленую, но он почему-то именно по скале скатился до самого низа. Неудачно вышло. Понятное дело, все заюзано. Я в кругу, все хорошо. Нужно только теперь искать аптечку. Ну, я правда не знал, я вот если играл вот несколько раз реально до записи, я играл несколько раз для того, чтобы просто побегать, посмотреть в игре и вообще понять, стоит ли ее показывать зрителям, либо не стоит. Была уже просто недавно одна игра, о которой я также думал, но решил ее заснять. В итоге я намучился с этой игрой и просто-напросто ее удалил. Пока я никого не вижу, но... Это что, открытый сундук? Да, это открытый сундук. Мне там делать нечего. К сожалению, еще в этом раннем доступе игры нет автомобилей. Вот это плохо. Я бы сейчас с удовольствием бы сел на какой-нибудь внедорожник и как почесал бы куда-нибудь, за чем-нибудь интересным. Но пока такой возможности нет, будем ждать. Будем ждать какие-нибудь мотоциклы, лодки. Так, там что-то блестит, ну... Ладно, все равно я пока не знаю, куда бежать. Тут еще на карте есть... А, на этой карте... Кстати, карты-то разные, походу. Что-то где-то свистнуло. Только я не совсем понял, что это было. Ладно. Побегу вот к тому зданию, возможно, там... А, это все там уже... Смотри, смотри, там стрельба. А у меня из оружия-то совсем ничего. Я не буду в схватку вступать. Так, 37 человек остается на сервере. То есть в этой катке. Не на сервере. Кто-то где-то перестреливался, но я никого не вижу. Никого вроде как нет. И по идее здесь все уже облутано. Здесь кто-то что-то уже разбирал, кто-то что-то собирал. Так, на улице я никого не вижу. Да, кстати, у меня еще и хп же совсем нету. Так что меня можно забрать с одного выстрела. Кстати, а как здесь медленно ходить? Блин, я не знаю. Можно вообще спрятаться сюда и досидеть. Да блин, я реально, наверное, так и сделаю. А что делать-то? Вот эта тактика нормальная вообще. Так, ну круг уже сужается, сейчас появится новый круг, его дождусь и побегу потихонечку куда-нибудь туда. А, дебильно, я, конечно, спрыгнул, вообще дебильно совсем. Все, хп я профукал, и опять же ничего я не смог раздобыть. Печальненько, печальненько. Давай, круг практически доходит уже до самого конца. Попарю. Круг дошел, появился новый. Все, есть к чему стремиться. Где дверь открылась? Ну, у меня было мало хп. И снова у меня почему-то все это дело подлагивало. Я не знаю, реально, вот попробуй... Попробую сам скачать эту игру и посмотреть, будет ли в эти моменты лагать игра или нет. Мне очень интересно. Ну давай еще одну каточку я проведу быстренько. Давай даже сделаем так.
Я, значит, когда закончу запись, сыграю еще одну каточку и посмотрю на то, лагала ли у меня игра без фрапса или нет. И напишу просто об этом в содержимом видео. В содержимом видео, кстати, я пишу все, что... Ну, вкратце я пишу все, что происходило в том либо ином видеоролике. Либо это стрим, либо это просто мувик там, либо еще что-то. То есть ты можешь открыть один из моих видеороликов, прочитать содержимое и понять, интересно тебе это или нет. То есть, к примеру, там в кораблях, я катался на таком-то корабле в игре, я там изучил то-то, то-то, все это будет в содержимом. Я думаю, так будет тебе намного удобнее. Ну что, дожидаемся следующий бой, вот и он, кстати, вот этот островок очень лютый, там очень много чего находится. Очень много классных, шикарных предметов, доплыви туда и обязательно посмотри, что там. В общем, я там был не раз, реально классный островок. Ну а я пока высажусь в каком-нибудь другом месте. Не, ну со всеми пацанами вылетать уж я не знаю. Давай чуть попозже выпрыгну где-нибудь. Ну народу здесь очень много падает. Я не знаю, здесь такое месиво будет, Давай, к примеру, вот здесь, а почему бы и нет? Ой, сколько здесь людей. Кстати, вот когда я прыгаю в самый конец, игроков намного меньше. Игроков уже практически нет. Да почему он быстрее меня приземляется? Как так? Ой, здесь сколько людей, ты посмотри. А ладно, я тогда улечу в другую сторону, потому что я там ничего интересного не увидел. Здесь, возможно, уже кто-то есть. Хорошо, быстро забегаем в дом и лутаем все, что у нас есть. Ха, ты реально кирпич с бинтом. Я тебя умоляю, ну это реально просто. Это какой-то пипец. Ну блин, ну пушка, как без пушки-то? Я думаю, здесь и сумки какие-нибудь напридумывают. Чувак бежит, возможно, с пушкой. Я думаю, здесь и шмотки еще какие-нибудь напридумывают, одежду можно подобрать, и защиту, к примеру. Здесь есть уже броня, для этого достаточно тебе раздобыть бутылочку такую синенькую. Ее выпиваешь одну, и у тебя пополняется на ровно наполовину твоя броня. А здесь есть бинты, аптечки, это понятно. Ну, в общем, если ты вторую бутылочку выпиваешь, твоя броня становится на максимум. Хорошая бутылочка, но мало где встречается, поэтому... Кстати, как здесь вещи появляются, я пока что тоже не знаю. Либо они как-то каждый раз рандомно появляются, либо предметы лежат в одном месте всегда. Ну, думаю, это вряд ли. Это меняет ход игры. Люди будут прыгать в одно и то же место и будут знать, что определенные вещи они там достанут. То есть будет уже некая такая тактика в игре, чтобы не хотел, чего бы не хотелось увидеть. А, вот, кстати, она, вот она, смотри. Нажимаю на троечку и нажимаю левую клавишу мыши. Мыши не та, которая бегает у тебя под столом, а та, которая у меня на столе. Это большая разница. Смотри, вот здесь, кстати, я здесь не бывал. Какой-то карнавал, интересно, либо не карнавал, либо парк развлечений. Здесь я не был, но я бегу с киркой туда, понимаешь? Чем это пахнет? А, или бывало здесь. Все, вроде как по мне пальба, и снова у меня все зависает. Но я тебе реально, я тебе просто напишу, что да как у меня в итоге произошло. А, типа, что я хотел сказать-то? А, в плане того, что лагала у меня игра без фрапса или нет. Ну, хотя бы пистолет у меня уже есть. Так, вроде я там кого-то видел. Так, это вроде как я ползал. Ладно, пока возьму. Возможно, пригодится.
Есть на четверочку, есть поинтереснее оружие. Это смотри, тень видел? Чувак, походу, на крыше. Фу, эта фигня крутится. Ёпперес это. Все, теперь я просто убегаю к точке. Быстро, без оглядки туда бегу. Все, побежали. У меня есть броня, поэтому, дай бог, она меня спасет. Оп, там еще чувак. Хорошо, оббегаем. Куда оббегаем? Куда я собрался бежать? Да ты че? Ты че не запрыгиваешь? Во. Так, целей пока чего, кого? В смысле? Никаких целей пока что я не вижу. Впереди слева бежала одна. Блин, мне нужно срочно научиться стрелять, либо я в этой игре не смогу выжить. Я не знаю, что... Все, отчет, господи, так я не успеваю совершенно. Надвигается буря. Капец, как же я жестко не успеваю, походу. А карту можно открыть? Во. А хотя нет. Я бывал в большей заднице, чем я сейчас нахожусь. Поэтому у меня есть все шансы. Вот какая-то помойка непонятная. Ладно, главное от бури сейчас отбежать, чтобы сохранить свой хп. Не знаю, что-то попал, не попал, что-то непонятно как-то. Ладно. Оббегу эту гору, пожалуй. Потому что реально он там раздобыл, он скорее всего... определенное количество оружия явно сможет замесить меня. Впереди еще одно тело, вижу. Снова запалился, но никуда не попал. Это моя стихия. Бежит за деревом, по-любому. Выстрел был в сторону меня. Справа еще одно тело. Ай, как мышка. Я понял, у меня что-то неудобная мышка, походу. Все, патроны кончились. Ты серьезно? Да как, почему везде патроны кончаются? Как это неудобно, блин. А как переключать-то поскорее? Нет, ты видел, я тыркал, попадал, смотри, почти все хп снял, смотри, вот осталось, видишь, смотри. 5 хп, ну 4 хп было у чувака, ты прикинь, офигеть вообще, вот это девки пляшут. А в общем, что я тебе хочу сказать, я обязательно сейчас проверю, тормозит у меня игра без фрапса или нет. А ты, если тебя заинтересовала эта игра, пожалуйста, устанавливай ее на свой компьютер, играй в нее, подписывайся на мой канал, если тебе был этот материал интересен, ставь лайк, если интересно это видео, хотя материал и видео это одно и то же. А в общем, и играй в эту игрушку. Возможно, я в нее буду играть еще, для того, чтобы поднабить свой скилл, потому что я не геймер в CS, там в CSGO 1.6 когда-то давным-давно играл, в PUBG не играл и там так далее и так далее. В стрелялке я не особо профи, поэтому нужно разрабатывать свой навык, разрабатывать свой скилл. Ну а тебе еще раз спасибо за просмотр, до скорых встреч!